На минувшей неделе прошли заключительные лыжные старты для школьников в рамках ежегодной зимней спартакиады. Участие в первенстве приняли около 300 человек. Самым массовым оказался забег старшеклассников. Мои коллеги побывали на лыжной базе. Склад спортивного инвентаря на лыжной базе опустел. Около сотни школьников пришли на старт, который закрывает зимнюю часть спартакиады. Есть среди ребят и профессионалы, и любители. Но условия для всех одинаковые. Девушки бегут 1 километр, парни – 2. В этом году, отмечают организаторы, повезло с погодой. Все лыжные старты проходят вовремя. В прошлом дни проведения первенства по лыжам были сдвинуты. В этом году погода нас приятно обрадовала, как детям, так и более старшему возрасту. Температура менее 10 градусов, минус 4, минус 5, поэтому дети с удовольствием катаются. Можно сказать даже, что больше они наслаждаются именно лыжной прогулкой, чем каким-то соревновательным периодом. Первенство по лыжным гонкам – одно из заключительных спортивных испытаний в рамках городской спартакиады. Победа сегодня принесет команде дополнительные баллы. Они позволят вырваться вперед в общекомандном зачете.